все. Да. Мы приехали, сейчас пойдем в Гендрарий. Давайте переходить дорогу. Все. Ой, спасибо вам большое. Спасибо. Все, идем в Гендрарий. Видите, как нас приветливо пропускают? Да. Так, сейчас билетик купим мы. И пойдем гулять. И купили детям мороженое. Да. Вот. И сейчас идем в кассу покупать билеты на подъемники. Так, вот у нас касса. Так. Наличными. Уважаемые посетители, оплата только наличными. Свои извинения. Так, у нас будет наличный расчет. Вот, в одну сторону 500 рублей, туда-обратно 550. Мы купили билетики на подъемник. 500 рублей взрослый билет стоит и 400 рублей детский билет. Вот. Поднимаемся на третий этаж. Вот у нас вышло, получается, 1800 на нашу семью, на 4 человека. Все, поднимаемся наверх. Карту еще купили. Карта 100 рублей стоит. Так. Вот поднялись мы на третий этаж. Сейчас подождем своей очереди. Здравствуйте. Так, у нас вот билетики. Два детских, два взрослых. Угу. Проходим. Ага, спасибо большое. Ждем, ждем. Так, все, мы проходим. Идем. Да. Чего? А, ну все, заходим. Дети, смотреть будете? Кажется, влезем. Два человека. Все, мы зашли. Мы поехали. Аркадий мороженое лопает. Кайфово. Кайфово? Все. Поехали наверх. Вон там цирк. Классненько. Потом, и потом гулять? И потом будем дальше гулять. После вот этой розовой мотора вообще не страшно. Сейчас будем выходить. О, сейчас припаркуемся. Как на качелях. Мама, смотри с той стороны, которая классный обзор. Сейчас припаркуемся. Пристыковаться надо, да, как можно? Как это по-другому эти, да? Стремно. Ой. Маме все стремно. Там как-то более-менее.
Саркаша, давай, Ледуха. Все, мы приехали. Красота какая. Ух, как мы высоко. Мама. А? Дашь попить? Дашь. Пойдем дальше. Пофоткаемся тут? Нет. С высоты. Мы поднялись на смотровую площадку. Вот такая красота перед нами. Да, что, спускаемся? Да, спускаемся, ага. Сейчас я по кругу пройду. Вот такая красота перед нами. Красота. У меня даже этот дар речи пропал. Как красиво. Ага. Идем билетики покупать. А еще билеты же надо? Да, нам надо купить билетики, чтобы гулять по парку. Да, снова обдираловка. А? Сколько у вас подписчиков? Мало. 181. Так, а тут безналичный расчет действует тоже, да? Сейчас карточку достанем. Будем с карточкой покупать. Вот так держи. Извини. Миша, две подъемки и два взрослых. Будет безналичный расчет. А? Сейчас пойдем, 320 взрослые и 150 А у тебя билет есть в школе? Да, женщина. Да, Таиса, пошли. Все, пойдемте. Да. 940 рублей дошло у нас. Два взрослых. Нет, это билет на подъем. До 6:30 работают. Проходите до конца проблемы. А пока ты не проходите. Для входа в Нижний парк. Ага, спасибо. Это для входа в Нижний. Сохраняем для входа в Нижний парк. Почему? Ой, тут сорвалось. Ну ладно. Так это не надо, тебе не дам. Я уже сохраню. Да, подожди. Давай посмотрим. Смотри, какая тут еще красота. Давай, мама, я буду жевать на пальмах. Вот это необычные пальмы. О, какие пальмы интересные, да. Такая гулька. Нашли улитку на пальме. Живет. Очень большая. О, какая. Ребят, смотрите, какую красоту мы нашли. Вот такой кустарник. В общем, он так вкусно пахнет. Прям вот немножко пахнет черемухой. Просто запах такой обалденный. Классно. Спускаемся вниз. Сейчас. Так, смотрите. Там рыбки плавают. Пойдемте посмотрим. Посмотрю вначале, а потом сфоткаю. Ой, как классно. Ой, как классно. Вау-вау. Смотрите, где кувшинки там, да? Интересная кувшинка какая-то. А, это лилия. Красная, да. Вау-вау. Как классно. Ой, какие рыбешки плавают. Обалдеть. Вода у них мутненькая. Надеюсь, они не выпрыгивают, эти рыбки. Из басика. И надеюсь, не кусается. Вау, какая красота. Сейчас идем. Очень красиво. Помнишь, что говорила? Сейчас идем и окунемся. Вот тут больше прям будет.
Они, наверное, там тусят. Это массажик. А там больше. Это массажик. Теперь там больше. Это я принесла. Так долго, спасибо. А, ну, это... Пожалуйста, вам. Волчьи ягоды. Есть нельзя. Шишки какие тут тоже гигантские валяются. Шишки никому не нужны? Гигантские. Пахнет? Что, каштан, что ли? Дай, ну, дай нюхну. Самое главное, что там не было. Какое-то такое, как ющик. А, вот оно. Ой, как пахнет вкусно. Краснеющая. Катальпа. Краснеющая. Катальпа. Красиво, да. Угу. Ребятки, вот, для вас снимаю такую красоту. Такие пальмы гигантские. И идем к такому интересненькому фонтанчику. Нашли. Сейчас поближе подойдем. Снимаю на фонтан. Сейчас поближе подойдем. Я хочу подойти посмотреть вначале. Это фонтанчик. Ага. Может, это помните, как это сказка Марлебезе? Помните, когда там это, она там шила что-то, молчать ей надо было? Ну вот, братья. А мне нравится эти лебеди, да, что с ней это водичку они пускают, лебеди. Классно. Нет, я так не хочу. Такой интересный, красивый фонтанчик. Для вас в ленту. Могу сказать одно, вода четко. О, мама, дико я понял, что он такая узкая-узкая, потом такая странная. Угу. Какая красота, бамбуковая роща. Классно. Кстати, да, возле нее так прохладненько. Любимые подписчики, все для вас. Какие интересные. Эти пихточки. Какая трава где? Да, сейчас найдем. Внизу, дальше. Ну это прикинь, а если вот так вот снизу гулять, да, вот так вот вверх подниматься, то там вообще умрешь. Сердце остановится. О, слышишь? Болтают они. Птичий сад. Мы подходим к птичьему саду. А вон табличка. Так вон направо надо идти. Видите этот указатель? Нет, чего надо. Они бегут в палатки, приехали сюда смотреть. Ага. Кошмар. Вот что там интересно, всякая крыша. Ну, Аркадий, что ты? Да, вот. Пойдем. Ты пропустил. Мимо прошел. Не пустит. С ледухой что-то бегают что-то. Не туда бегут. О, красота тут. Да, смотри, Аркадий. Ой, красота. Так, тебе не красиво, а тут как красиво. Я не знаю, что тут не красиво. Туда, сразу там. Аркадий сказал, стоит посмотреть. Идем. Ой, реально красиво, да? Очень. О, красота какая. Олеандр обыкновенный. Проходим мимо такой красивой арки из роз. Красота. Разные красивые розы. Очень красиво.
Ой, ветерок классно, да? Нет. О, ничего себе, бомбовозку полетел. Ты мне дашь попить, мама? Да, возьми в сумку. Нельзя по газонам ходить. Мы идем сейчас посмотреть выставку попугаев. Надеемся, что она будет входить в стоимость билета. Сейчас проверим. А ты хочешь вот эти ядовитые иголки сейчас подкручу? Куда ты идешь? Вон туда. Да. Да. Вот туда. Я еще не пойду, я сразу говорю. Туда. Я туда хочу. Да, и туда. Не, я хочу просто посмотреть. Ну, туда. Да сейчас мы пойдем птичек посмотрим. Я просто хочу сюда спуститься, посмотреть, дочь. Там лебеди. Маша, смотри, там мини-фонтан. Это болото будет? Да. Смотри, или что это? Там, что? Мам, вон там. Да, давай сначала сюда посмотрим, а потом туда. Угу, давай. Видишь, мама, я не зря сюда пришла. Тебе нравится, сынок? Да, я, мама, хочу тут побольше всего узнать. Типа тут лучше меня. Ты моя умничка. Я хочу... Туда смотри, идти нельзя. Видишь, там заборчик стоит, Аркаш. Видишь, давай сюда. Вот, сынок, иди сюда. Вот здесь посмотреть можно. Это... На мостнике. Посмотрите. Мам, а, это не водопад. Стой аккуратно. Вот, смотри, там сделано, не водопад. Нет, там сделано, но не водопад. Классно. Оу. Как тут вода была зимняя. Угу. Снимай. Снимай. В общем, ребят, видите, тут лежат в воде огурцы. Кого-то тут подкармливают. Наверное. Только мы не можем понять, кого. Либо черепах, либо лягушка. Не вижу никого. Да, что-то не видно никого. Пойдем посмотрим. Тут лягушки. Тут лягушки. И рыбки маленькие слышу? Плавают. Мам, слышу? Да, смотри, так аккуратно иди. Лягушки. Короче, мы с Аркадием в джунглях. Мам, головастики. Угу. И кто там, интересно, огурцы лопает? Ё-моё. Везде разбросаны огурцы. Такие переспевшие. Не поймем, кто здесь. Мам, лягушка! Ну, блин. Лягушек тут навряд ли кормят? Вот лягушка-то. Угу. Это лягушка кормит. Нет. Стоп. Там в домиках никого не видишь? В домиках никого нет. В общем, тут лягушки. Ой, мамочки мои. В общем, мы поняли. Здесь кормят лягушек. Вот они. Квакухи. Вот они. Да, лягушки. Ну что там, смотри. Как там, что там? Я там что-то рассмотрела. Да там ничего, просто это, бамбука растет. Там ступеньки, мам, какие-то. Такие стулья. Высокие, да? Мам, там ступеньки стоят. Угу. Далека кажется, как ива, да? Ну да. Давай. Он шатается. А бамбук какой? Какой у него, да, этот ствол? Какой толстый вообще. Так, ну, наша барабулька вспомнила. Йо, наша барабуля. Черепаха, тортила. А наш на родину? Ой, он такие. Вон еще одна. Черепашки, все-таки черепашки. Ну, Аркаш, до кого мы дошли, рассказывай. До страусов. Самых быстрых птиц. Да. Ой, смотри, какой красавец, Аркаш, смотри. Ой. Какая у него мощь. Посмотри, красавочка. Ой, какой красивенький, какой жарко, жарко, да, жарко ему. Какие глазки. Ой, типа ему. Он в камеру посмотрел. И глазки. Как идет там. На индюка похоже, да. Павлин? Да, белая. Павлин так поет? Да. Да, вот. А вот и павлин вон ходит. Вон. Где? Мам. О, павлинчик, да. На павлине вот так поют. Так. Это мам курица. Сними курицу. Да снимай, снимай. Вот мам еще курицы. Да вон, снимай я. Смотри, какие. Сейчас перья как раскроют свои. Открой нам хвостик. Покажи. Покажи красиво. Свой шикарный хвостик-то. Он пока не хочет. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, покажи. О, какой. Дай-ка поближе подойдем. Он же поймет то, что надо.
Павлин. А может это павлины, которые выросли? Павлины там. Ты что курицы делать, мам? Ну. Павлин. Хохолочек какой. Может это молодые павлины? А смотри, как смотрит. Мне курица больше нравится. Она интересная. Держи второй. Какая аллейка. А потом, наверное, туда вниз пойдем. Как красиво тут. Смотри, как красиво. Вон там. Мам, кстати, на этой лестнице была. Мам, смотри, как там. Скульптурки, вон, смотрите, из дерева. Туда Мика. Забраться, мам, можно. Мишка погнали? Сидит. Погнали туда? Можем, мам, не туда надо. Можно. Так, отходим, там трамвай есть. Мам, тоже вы... дошли смотри, до мам, такого красиво. Замечательного места. Это больше на японском. Ага. Да, я помню. Очень красиво. Мам, давай сейчас тут сон. Ну, проходи вперед, снимем. Просто проходи вперед. Мам, давай. Показывай. Да, сними. Показывай, сынок. Мам, что ли? Вода теплая? Нормально. Там мостик еще есть. Ну... место обязательно советую посетить. Аркадию очень понравился дендрариум. Он очень любит у меня вообще растения, вот прям смотрит, с удовольствием ходит, красоту. Этот дендрариум, если честно, очень крутой и красивый. Смотрите на эту бамбуковую рощу, она очень крутая. А куда мы с тобой подвигаемся, Аркадий? Идем что-то посмотреть, да? И пофоткаться, мам. А о, как классно. Снимаешь? Давай, давай, иди вперед, я тебя снимаю. Вау, классно. Смотри, там кто-то есть. Там что, большая черепаха? Вот тут большая черепаха. Да. Вроде бы. Нет. Да, она... Это камень. Блин, это камень. Ложная тревога. Какая красотень. Мама, сюда спуститься можно. Смотри. Угу. Вау. Да. Смотри, кто-то нарисовал. Угу. Знаешь? Сейчас пойдем с Аркадием, пройдемся по этому висячему мостику. Висячий мостик. Если он, конечно, не закрыт, то мы по нему пройдемся. Да, Аркаша? Мам, ты лучше бы оттуда сняла кто-то. Давай, давай. Я слышу, Таис, что ты хочешь кушать. Погуляем по дендрариуму, потом пойдем покушать. Сходим куда-нибудь. Я же все слышу. Ой, а он закрытый. Все. Мы только сможем посмотреть. Все. Он, видать, очень старенький мостик этот. Да. Ролтон от моих любимых. Окей. Okay. Мы Ролтонами вот эту сумку забьем. Хорошая сумка, да? В общем, мы все еще гуляем. Ножки немножко устали, но мы гуляем. Ножки не то, что устали, а там вообще уже. Мы еще планируем после дендрариума пойти на море поплавать. На море, а ну покушать сходим, обязательно покушать. Как же? Что, уже на выход, что ли? Да. Ну, всем привет! Там еще через дорогу что-то продолжение стали билеты не выкидывать. Да, под землей как-то мы пройдем, да? Подземный такой будет, как переходик еще? Или что-то такое. Да. И вторая часть будет. Там много? Да. Вот тебе, мама, день, когда я обычно Аркадий у нас не любит фотографироваться. А сегодня в дендрариуме.
Он фотографируется и снимается с удовольствием. Да не может такое быть. С удовольствием. Интересный, да. Ну, я не могу вам сказать. А, это может быть гибискус, не? Или что-то не видно? Гибискус. Не? Что-то тут нету никакой тут карт. Нашли интересное такое дерево. Это клён, он очень старенький. Смотрите, какой он огроменный. Он очень большой. Гриб большой. Очень большой. Стволы какие у него. Толстые, толстые. Его даже обнять невозможно. Какой он. Ну-ка, давай попробуй обними его. Тебя надо еще это. Так, вот так вот, чтобы ты три человека или четыре было. Тогда может быть. Два как твоих. Ты. Нет, не два. Три или четыре. Два твоих. Все, мы правильно пришли. Хочу посмотреть. Идите посидите, я хочу подняться, посмотреть. Да, пойдешь со мной? Да. Посмотреть. Ты сняла, кто основатель? Да. Сергей Николаевич. Основатель этого парка. Мама. А? Я приду домой, знаешь, что буду делать? Че? Я думаю, я даже в бассейне не буду. Да, прямо что там. У тебя второе дыхание откроется. Да, когда я приду домой, я сначала разрежу комнату, потом все мешки. Потом будет так. Ноги уже, честно говоря, еле идут. Но идут. Это что? Мавританская греческая беседка. Мы с тобой подходим. Лев. Левочка, Левочка. Как Левок можно назвать? Лева. Чтобы ты не было, ты классная. Красотища, да, Аркадий? Ну что ты там? Давай поднимайся. Давай наверх поднимемся. Что, уже устал? Да. Уморился? У меня ноги болят. Бедненький. Тимой. А! Мы тут не щелкаемся, мы тут это... Снимаем обзорчик. Слушай, мам, смотри. Ребят, нету ее. Когда вы устали, смотри, что на этой беседке. Скамеечки, да? Классно. Чтобы передохнуть. Ребят, это еще не все. Сейчас мы через нижний переход проходим. Нижний, получается, парк. Дендрарий. Будем там гулять. А вот переход. Идем. Смотри, какое оно огроменное. Ого. Ну-ка, Аркаш, это кто у нас там? Секвойя. Вечно зеленая. Вечно зеленая, да.
Все, мам, пошли. Это точно. А вот это вот, Аркаш, смотри, мам, какой. Вот, древний клен. Тоже какой, смотри. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Все, пойдем на выход. Вот тут поближе можно посмотреть лебедей черных. Их тут, кстати, побольше они. Вот, смотри, прям рядом-рядом они. И красивые. Какие красивые. Ручки нельзя туда подставлять. Ну и какие, да? Ребята, мы после дендрариума зашли в столовую покушать. Вот, взяли себе, сейчас покажу, два борща, лепешечки, четыре лепешки, два борща, два куриных вот таких супчика с курицей. Да. Два морса взяли, чай Аркадий себе захотел и компотик. Все. И все про все у нас вышло 730 рублей. Фотографирую еще я. Все. Мы будем кушать. Так, мы пришли на новый пляж. В общем, после дендрариума покушали и вот пришли рядышком здесь поплавать. Но тут негде нам приземлиться. Тут негде приземлиться, негде яблоко упасть, как говорится. Не знаю я. Может быть, на то? Даже. Может быть, туда? Там еще хуже. Посмотри, сколько там народу. Там на такую сторону. Там вообще вон друг на друга. Слушайте, вон, смотрите, люди где сидят. Вон там, Лен. А что там? Вон. Вдруг там что-то упадет. Ну что там не упадет? Ну что, все. Нам этот пляж не понравился. Зато смотрите. Аркаш прокушку нашел, да. Нам здесь пляж не понравился. Потому что он, во-первых, грязный, узкий очень. И там какие-то плиты лежат. В общем, вообще не понравился. Ну, как бы он красивый, но не понравился. В общем, мы теперь идем на автобус и едем домой. Друзья, ну что я могу сказать? Наша мечта осуществилась. Мы мечтали побывать в дендрариуме. Мы там побывали. Детям и нам, взрослым, очень понравилось там гулять. Реально, все видишь, смотришь. Везде красота. Природа необычайная. Столько всяких разных архитектур и растений редких. В общем, всем советую обязательно сходить, погулять, отдохнуть там. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо большое за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии. Ну а мы будем радовать вас новыми интересными влогами. Ну а вы, друзья, тем временем не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока, до новых встреч!